этой мудрой, красивой, обаятельной женщине Апашура Бхадрасена. Во-первых, я приношу свою благодарность нашему Борису за сегодняшнюю организацию посещения кладбища. Там, послушайте, пожалуйста, там было очень много человек. Вы знаете, прежде чем давать пищу живым, надо давать пищу, духовную пищу, пищу, которая требуется для души. Для души требуется зувар, брахой сефар, требуется посещение кладбища и кадиш, и обязательно чирок. Вот это есть первая память. И вот благодаря тебе, Борис дорогой, мы сегодня на кладбище вспомнили много многих людей, ушедших из этой жизни. Во-первых, я сам благодарен тебе за то, что мы вспомнили нашего прадеда. Здесь много сидят его, ну, праправнуков. Бениамин, Бен Споро, который ушел 102 года тому назад, похоронен недалеко от Котель Марови. Второй был Гаврель Амакам, Гаврель Алеви Бен Михал, который через два дня будет, 35 лет, как ушел из жизни, и третий мой Тои Илову Бен Блюрфимо, которому исполнилось 5 месяцев. Наша обязанность всегда помнить людей, которые ушли из нашей жизни, сколько бы ни прошло лет. Теперь отец Апашура. Это первая дочь Мло Маркель Левиева и Апарохель Бат Споро Гавриловой. Родилась она 11 Тамуза, 11 июля 31 года. И вот представьте себе, что в 42 году уходит на фронт отец, и мать остается, шестеро детей оставались, маленьких, все были маленькие, и два взрослых, Рахматур Акаджет Миша, который вошел в эту семью как сын, и Шурапа, сделали так, что все эти семья стали помощницей своей матери, и эта семья осталась живой в эти тяжелые, голодные, холодные военные годы. И когда пришел отец фронта, он увидел своих уже выросших детей.